Isn't She Lovely. Первый аккорд, до диез минорный септаккорд, С диез М7, берется на четвертом ладу, там нужно зажать 5 струн на баре. Далее безымянный палец на шестом ладу четвертой струны, средний палец на пятом ладу второй струны. И аккорд у нас получается такой. Следующий аккорд будет F диез 9, то есть Фа диез, мажорный нон-аккорд. Значит, строится он таким образом. Мы ставим на девятых ладах пятую, третью и вторую струну, а на восьмом ладу ставим четвертую струну. Также по желанию можно здесь добавить первую открытую струну. Она просто дублирует ноту, которая будет на третьей струне играться. Можно ее подпряжать, чтобы не звучала первая струна. Также. Следующий, третий аккорд. Значит, это аккорд ля мажор на басу си. Ставится он достаточно просто, надо просто поставить баре на втором ладу. Опять же, от пятой струны это будет играться. Следующий аккорд это у нас B-sus, точнее вот си. Значит, аккорд си с приподнятой квартой. Си-sus 4. Он делается следующим образом. С баре нужно немножко приподняться указательным пальцем на первой и, возможно, и второй струне также, что получилась такая вот схема. И пятая, четвертая, третья струны будут играться, вторая, третья, вторая, первая будут открыты. Вот. Если так не получается, можно чуть развернуться и баре оставить, а подставить сюда второй палец. Вот. Ну, в целом должно получиться. И последний аккорд достаточно простой, это аккорд Е, входит в число стандартных наших аккордов на гитаре. Это у нас обычно получается третья струна первый лад, четвертая струна второй лад, пятая струна второй лад. И эти аккорды будут у нас, как я сказал уже, в выступлении и также в двух строчках. То есть вот у нас получается вступление. Третий и четвертый аккорд меняются быстрее. Раз, два, раз, два. А так все играется на раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. И также с песней. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Это у нас получается аккорды для куплета. Теперь разберем аккорды припева. Значит, для начала я их просто сначала все сыграю по очереди, медленно. Что здесь выходит? Сначала мы играем так называемый AMH аккорд, большой ля мажорный септаккорд. Здесь на вторых ладах мы ставим четвертую и вторую струну, на третьей струне у нас первый палец будет играться. Вот такой треугольничек. И первая открытая струна, значит, от пятой до первой аккорд получается. Следующий аккорд, такой достаточно джазовый аккорд, при взятии которого нужно будет закрыть две струны. Значит, четыре звука играются, две струны закрываются. Значит, играется следующим образом. На четвертых ладах мы ставим шестую и четвертую струну. На пятых ладах мы ставим третью и вторую струну. Вот такими пальцами. Когда играем указательным пальцем, он с собой закрывает у нас пятую струну, чтобы она не звучала, а также первую струну. То есть он ставит как бы полуприжато. Не до конца прижимает, а слегка, чтобы они не звучали, эти звуки. И тогда ни пятая, ни первой струны звучать в этом аккорде не будут. А только четыре звука будет. Итак, значит, переход у нас AMH. Теперь вот этот вот
аккорд, который называется G7+5. Следующий аккорд такой, который был в начале этого произведения, D7. Потом будет аккорд, похожий на аккорд, который брался вот здесь у нас, от 9 лада 5 струны. Только здесь он будет браться от 4 лада 4 струны. То есть мы как бы этот вид аккорда опускаем ниже. То есть у нас получается на 4 ладах 4, 3, 2 и 1 струны. А на 3 струне у нас первый палец. Вот здесь у нас будет аккорд. Значит, у нас получается MH, потом вот этот аккорд GDS7+5, потом DDS-7 и F13, FDS13 называется этот аккорд. Далее мы играем то, что мы играли в окончании куплета, только это нужно дважды повторить. But isn't she lovely, made from love? То есть аккорд у нас ля на басу си, потом сус аккорд, потом опять ля на басу си, опять сус аккорд, и только потом уже аккорд Е. И целиком, значит, припев получается такой. I never fought for... Значит, пока просто аккордами сыграю. I never fought for love that be making one as lovely as she, but isn't she lovely made from love? I never fought for love that be making one as lovely as she, but isn't she lovely? Нам осталось разобрать окончание. Это будет инструментальный такой доигрыш. Играться он будет следующим образом. Значит, медленно. Получается, что мы должны сыграть сначала по пятой струне. Значит, средний палец, дальше молоточек. Тут, возможно, вариант не среднего еще, а указательного пальца. Здесь как удобно. Главное, чтобы дотягивался у нас мизинец на молоточек. То есть после соединения первого звука левая рука берет без правой отдельно. То же самое будет на четвертой струне дальше. Потом будет третья струна на первом ладу. Потом на второй струне будет с открытой струны молоточек на второй лад. И потом первая струна будет, которая повторится дважды. И потом будет аккорд. Это если быстро. Значит, по пятой струне молоточек, по четвертой струне молоточек, третья одна, по второй струне с открытой струны, второй лад молоточек и две открытых струны. В правой руке это можно сыграть по-разному, можно сыграть большим пальцем все. Можно сыграть, если мы играем медиатором, то, собственно говоря, медиатором в одну или в разные стороны. Лучше в одну. А так, если мы играем разными пальцами, то начинаем с большого и потом заканчиваем этими тремя. Два раза большим, и потом указательный, средний и безымянный на средний переход. И потом уже арпеджиато большим пальцем на аккорд. Рассмотрим аккомпанемент «Isn't she lovely?». Значит, а именно движение правой рукой. Здесь возможны два варианта. Один вариант такой простоватый, другой посложнее. Значит, тот, который вариант попроще, он будет заключаться в том, что мы играем два раза аккорд и два раза тот же аккорд, только по заглушенным струнам. То есть мы приотпускаем этот аккорд, чтобы получилось у нас движение такое на полу прижатых струнах левой руки. И у нас получается вниз, вверх, вниз, вверх. То есть сначала по звучащим струнам, потом по полуприжатым. Вот. Можно играть там указательным пальцем, можно играть всей пятерней, можно играть медиатором. Смысл не меняется. То есть как бы идея вниз, вверх, вниз, вверх. Значит, по
По ритму получается у нас на раз-два, по счету, точнее, на раз-два мы играем вниз, на три мы играем вверх. Получается у нас раз-два-три. Все время раз-два-три, 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 раз-два-три. И так каждый аккорд будет играться по два раза, если этим аккомпанементом. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Вот только вот здесь, поскольку аккорды два быстро меняются, один раз мы сыграем А на басу Б, а потом Б сус. То есть аккорд сначала и потом Е два раза. Также у нас выступление получается и в куплете. Да? Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? That one was needed all. Ну и в припеве также I never found, found love it be. Извиняюсь, be. Здесь получается у нас на lovely made from, на каждый слог текста у нас меняется аккорд. Значит, у нас А на басу Б, потом Б сус. И повторяется опять А на басу Б, сус. И аккорд Е нужно просто сыграть вниз. Потому что потом будет вот этот переход. Значит, это у нас получился первый вид аккомпанемента. Второй вид аккомпанемента, который посложнее, заключается в том, что желательно его играть пальцами, то есть не боем, хотя и боем тоже возможно. Значит, он будет играться так. Играется сначала аккорд. На раз, два, три, причем будет играться раз, два, три по счету. А на следующий раз, два, три мы играем удары вниз, вверх, вверх. Раз, два, три, вниз, вверх, вверх. Это как бы мы играем за первым разом этот аккорд. А за вторым разом вместо аккорда в самом начале будет играться бас-аккорд. На раз, два. Аккорд длинный, поэтому получается раз, два, три. То, что мы играем пальцами, у нас звучит чуть дольше. Раз, два, три. И также завершаем раз, два, три. Когда мы играем вот этот вот раз, два, три, я играю это разными пальцами, хотя можно и одним сыграть. То есть можно сыграть два раза вверх одним пальцем, да? А можно сыграть средним и указательным пальцем вверх. Раз, два, три. Или же раз, два, три. И так возможно. Вот. Главное, чтобы у нас был вот этот удар, который вниз, по закрытым струнам, по заглушенным, он такой крепкий был, громче остальных. Значит, тогда он выделится хорошо. Итак, значит, и все вместе получается у нас аккорд, вниз, вверх, вверх, бас, аккорд, вниз, вверх, вверх. Аккорд, вниз, вверх, вверх, бас, аккорд. То есть за первым разом, за вторым разом. Потом меняется, соответственно, аккорд этот. В следующих двух аккордах, поскольку они быстрые, у нас первый аккорд будет играться на вот этом. А потом мы сразу поменяем на сус аккорд, бсус, который... А. И сыграем бас-аккорд и по заглушенным струнам. Ну и аккорд Е. Вот, чтобы аккорд Е заглушить, тут можно использовать мизинец в левой руке. Итого медленно все вместе получается у нас. И на словах то же самое. Isn't she lovely? Isn't...
Ну и, собственно говоря, для припева будет то же самое. Конечно, когда только начинаешь петь и играть, одновременно это сложно сделать. Там нужно, чтобы до автоматизма и то дошло. Тогда они вместе, и игра, и вокал, сойдутся хорошо. I never found full of that bee, making one as lovely as she. Isn't she lovely, made from love? То есть все те же самые аккорды, да? Значит, за первым разом у нас идет аккорд, потом вниз, вверх, вверх, потом бас.